Все нормально, я не упарываюсь, все хорошо. Вот расскажите мне лучше, вот вы двое. Фермер и... Что-то мы еще строим клевое, да? Я хотела еще ферму построить, вот. Давайте дадим ей большой приоритет, потому что нам сейчас это поможет. Увеличим скорость. Ой, что-то еще новенькое. Команданты армии необходимы строение. Мятежники смеются над нами, а ведь славная тропиканская армия уже готова топтать сияющими ботинками в пыль любого, кто встанет на ее пути. Сеньор, умоляю, два новых караульных поста. Вот что необходимо нам ради блага армии. На самом деле у нас с милитаристами достаточно большие проблемы. Давайте мы построим, правда. Только я не помню, как их строить абсолютно. Так, где-то они должны быть... В благосостоянии, что ли? Нет, в правительстве, видимо. Нам нужна фабрика генералов. Да, видимо, нам нужен наш арсенал. Вот, мы сейчас построим арсенал, потом построим два караульных поста, и будет здорово. Панда, панда, у меня ведь есть работа. Работа для панды, панда для работы. Панда! Мисс оф Пандария, панда! Работай! Нам наконец надо дать людям работу, вот что я думаю. Если люди хотят работать, пусть они работают. Другое дело, что если они не хотят работать, мы все равно заставим их работать. На то мы и диктаторы. Отлично, панда, ты справился. Спасибо. Да, панда, смотрите, тебе каждый стрим приходится человек, наверное, 5-10 банить. Здорово. Пират. Ну, у каждого свое хобби. Какой бот? У меня никакого бота нет. Чё за бот-то? Хвастаешься, хвастаешься, панда? Ну спасибо тебе, спасибо. Спасибо тебе за твою работу. Смотрите, между прочим, дома-то занимают, потому что, видимо, они нравятся людям. Давайте построим еще несколько. Это будет такой элитный район в сети. Спасибо, панда, спасибо за работу. Давайте построим апартаменты для фермеров, потому что фермеры молодцы. Почему бы не поставить им? Да. 228. Папиросим. Да, люблю и достаточно много смотрю в этом плане. Если сейчас будет вопрос, буду ли я косплеить, я... Привет, Bitter Lola. Это игра Тропика 4, учитывая, что эта игра достаточно старая, я думаю, что ее можно скачать там, в торренте. Но, опять-таки, многие игры я покупаю исключительно ради того, чтобы, скажем так, поблагодарить разработчику. Другое дело, что эту игру мне подарили, по-моему, бесплатно. Ну, в том плане, что она раздавалась бесплатно в Steam. Вот. Тоже достаточно интересно. Когда мои друзья... Когда они начнут уже что-то строить, ребята? Почему вы такие слоупоки? Тропика 4, да. Если я не ответила на этот вопрос до этого, то тем не менее ответ такой. Это же ананасики, господи мать, вы посмотрите на эти великолепные ананасики. Тропика 4. Четвертая часть.
Ну, тропика-то много. Я как понимаю, 4 это самая такая полная. Ну, в том плане лучшая, наверное. Ну, вообще, если тебя интересуют такие игры, можешь, типа, подписываться на нас, все дела. Нет, я не буду строить новую церковь в топку. Вот у нас, потому что достаточно много таких игр сейчас на повестке дня. Вот. Президент. Гранулированный кофе. Сенат, вот что нужно дяде Сэму. И ждет президент США, Сенат США недоволен вами и ждет немедленной реакции. Я не хочу сказать, что мы обязательно разбомбим вас и вашу страну, если вы не окажете нам услугу, но все же вы знаете, времена нынче неспокойные, ракеты то и дело с курса сбиваются. У вас есть гранулированный кофе, может, побудете послушным маленьким диктатором и поставите нам немного этого товара? Сейчас я подумаю. Вот то, что кофейную фабрику мы построили. Да, у нас есть просто кофе, а для этого нам придется строить... Нет, мы откажемся. Даже если они... есть шанс того, что они нас разбомбят, на самом деле в этой миссии нет такого шанса, по-моему. Смотрите, мы половину экспорта отбили, но еще половину. То есть давайте мы ускорим немножко темп. Можно еще что-нибудь повыращивать, чтобы, знаете, там, крутыми прям совсем стать. Получать кучу прибыли. Прибыль. Здесь почему-то только сахар хочет расти. Хамоди, hi! Nice to see you with us today on my night stream. Ну, кстати, да, тем временем уже наступила ночь, может, вы не заметили, но тем не менее. Я про тех ребят, которые со мной с самого начала. Там уже есть ребята, которые с самого начала? Да, смотрите, со мной с самого начала Вавилон, RM-ка, South Region, а потом пришли уже чуть-чуть остальные, чуть-чуть позже. Крис Паус почти с самого начала. В общем, ребята, это вы молодцы, спасибо вам. Вы поддерживаете меня. Вы знаете, ведь есть стрим, как это гном нас зовут, его что ли? Ой, виновником трех трупов за прошлый год стал низкий уровень здравоохранения. Вот. И типа того, что... Что я хотела сказать? Вот. Особенность его стрима в том, что... Ну, мне, по крайней мере, так рассказывали, что на его стриме люди сидят дольше всего. То есть, типа, человек приходит и сидит от начала до конца. Типа того, что вот. И это считается очень клёвым. Хотя вряд ли это у гнома, наверное, еще у кого-нибудь. Вот. Ну, в общем, ребята, вы помогаете мне возноситься к новым высотам. Thank you, Хамоди, but I'm just streamer. I'm just playing fun game. Знаете, я построю больницу. Нет, давайте построим хотя бы еще одну клинику. Может, нам это поможет чуть-чуть. Я бы задумалась, на самом деле, о проведении электроэнергии. Возможно, чуть-чуть позже. Так что, ребята, еще раз спасибо вам. Все это ради вас. Ну, в смысле, не только ради вас, и благодаря вам в том числе. Вот. Давайте, засмущайтесь. Скажите мне, о-хо-хо, Маша, ты засмущаешь. Маша, Маша. Прекрасно, ой. А, ты от Фантомика? Ну, здорово, все равно, я все равно рада. Он, кстати, сейчас стримит, не знаешь? Фантомик тоже ко мне случайно забрел, когда я стримила этот, какого? Railroad Tycoon и... Такой тип сказал, о господи, женщина, да ты стримишь не Доту и не КС, спасибо тебе за это, женщина. И после этого он начал меня рестримить. Президент, вы помните, что обещали мне во время обучения прошлой ночью? Подождите, я сейчас должна прочитать это прямо как надо. Надо. Доброе утро, президент. Вы помните, что обещали... Я извиняюсь, можно я еще кое-что добавлю? Ну и ладно. А, в смысле? Это какой? Сейчас, секунду. Я хочу просто... Настройки хочу вырубить музыку. Надеюсь, мне сейчас дадут ее пост. Да, дадут. Сейчас, я извиняюсь, я просто кое-что хочу поставить эту песню. А не спит ли мне песню? Продолжаем. А, понятно, хорош. Ну и что? Ладно, я все равно. Доброе утро, президент.
Вы помните, что обещали мне во время обучения прошлой ночью? Вы обещали, что на острове будет новая средняя школа. Это потрясающе. У нас будет больше свободы и знаний, и меньше ханжей, указывающих всем, как жить. А еще я обрету дополнительный стимул поделиться с вами столь сладкими плодами просвещения. Задача построить новую среднюю школу. Все ивенты будут нам очень благодарны. Ладно, хватит. Это я чувствую себя как-то очень странно. Я извиняюсь, правда. Так, сейчас, секунду, мне все равно нужно немножко новые масочки. Пожалуй, мы еще разочек. Вы не против, да? Слишком уж хороша подборочка. Давайте примем эту задачу. Нам нужна новая средняя школа. Между прочим, построить ее можно в этом элитном райончике. Да вообще. Ну ладно, забавно получается, по-моему, не знаю, как вам, мне развлекает эта хрень. Мне надоело каждый раз надевать беретку, поэтому я думаю, вы будете не против, если сейчас я ограничусь пилоткой. Ну-ка. Знаненько. Слушайте, у нас же есть колледж, почему в нем никто не учится? Где наш колледж? Вот колледж, в нем два ученика, почему же они, когда выпускаются, не идут на работу? Вы знаете, они как бетарды, видимо, запираются дома, потому что они самые умные. Ну, то есть, это я как бы оправдываю всех бетардов и хиканов, которые на самом деле следующая ступень эволюции, все дела. Тихо, камера, все нормально, все нормально. Давайте вызовем еще одного специалиста. Задолбали мы, конечно, но что поделать? У меня что проблема? Для всех аниме-типажей я могу подходить под очень многие, если очень постараться. Но проблема в том, что для одного из них мне явно не хватает сисек. Ну это так. Эй, панда, нет, это была ссылка со скриншотом. Нет, панда, только не баны. Слушайте, у нас куча людей реально приезжает. Куда они уйдут работать, мне может интересно. То есть у нас при этом нет бездомных. Нет, Кио мне учительница, она никоим боком не лоли. Товарищ, у меня для вас секретное задание. Дело международного значения. Партия получила меня просить вашего содействия. Мы разрабатываем секретный проект, орудие окончательной победы над капитализмом. Все, что нам нужно, это ром. Ром экспортирует 500 единиц. Знаете что, давайте мы сделаем, потому что мне кажется, что завод по производству рома это великолепно. Да. Нам нужен завод по производству рома. Витас 27-89. Буэнос ночес, комрады. Присоединяйтесь к нам. Присаживайтесь поудобнее, располагайтесь, расслабляйтесь. Если вы пришли со знойной учительницей, подведите ее к экрану. И не забудьте писать в чате, потому что чатик замечательный. Так, ладно, вот раз у нас промышленность, то давайте мы уже устроимся в промышленность. У нас хватит денег, чтобы построить этот дурацкий завод. Ну, то есть как дурацкий. Привет, мы тебе рады. Пиши у нас чат хороший. Все добрые, видишь, всеми здороваются, все всех любят. А если ты пишешь, то ты становишься еще и моим фаворитом, это же так важно, мать его. Вот.
Ребята, я знаю, что обещал.